Ассаламу алейкум, Жигитер. Всех приветствую. Зашел в автосалон Kia. Kia в наличии. Все есть. Начнем с Kia Ceed SV. Это универсал. Комплектация люкс. 1.6 бензин, 128 лошадей, 6-ступенчатый автомат. Стоимость с допами 12 миллионов 290 тысяч тенге. В черном цвете. На резине Мишелин. 225-45 на 17. Ну, это люкс комплектация. Что тут говорить-то? Хорошая резина. Стандартный для Kia салон. Темно-серый потолок. Идем далее. Kia Sorento. Вот, ребята, комплектация комфорт. 2.5 бензин, 179 лошадей на полном приводе. Стоимость с допами 18 миллионов 990 тысяч. В белом цвете. Красавчик просто. Это комплектация комфорт. Резина Continental на 235-60-18. Ну, из допов тут стандартно. Тонировочка, там сигналочка. Сильно в подробности вдаваться не будем. Также темно-серый потолок. Автомат, конечно. Мне больше нравится цвет потемнее. Черный. Вот серебристый цвет Kia Sorento. Это уже комплектация стайл. Так, Монах Азакша. Вот, ребята, стайл. 2.5 бензиновый. Полный привод. Стоимость доп. Оборудованием 22 миллиона 90 тысяч тенге. Серебристый такой металлик. Классно смотрится. Резина Continental 235-55. Тут уже диски 19-е. Плавник на крыше, тонировочка. Ну, цена с доп. Оборудования, как я и говорил. Вот шторка здесь модная. Тут уже такая комбинированное сиденье. Да, и качественно. Строчка, видите, ровная. Корейское качество. Места предостаточно, сами видите. Народ обожает Kia. Вот они, пожалуйста, все в наличии. А это у нас что за бомба? Бомба в пепельном цвете. Это Kia K8. В комплектации премиум. 3.5, 300 лошадей, 8-ступенчатый автомат. Ну да, Камри рядом не стоит. Пока без цены она. Но я думаю, она стоит в районе 40 миллионов тенге. Вот, посмотрите, панорамная крыша, шторки, диски у нас, так, резина Hankook, диски, наверное, так, 245-40 на 19, смотрится она вообще обалденно,
Просто огонь. Давайте заглянем, что там внутри. Чувствуется массивная такая дверь. Качественный пластик под дерево. Кожаный салон. Огромный планшет. Вот она панорама. Какой модный подлокотник. Мультируль. Видите, шайба. Здесь у нас и подогревы, подогрев руля, вентиляция. Автохолд. Да, здесь все есть. Автомобиль просто огонь. Kia K8, ребята. Так. Ну, это у нас любимчик. За ним народ гоняется. Ого-го. Это у нас Kia Carnival. Стоимость у него 24 миллиона 990 тысяч тенге. Также, ребята, кому интересна цена в рублях, делите на 5. Комплектация Prestige. В черном дерзком цвете. Просто обалденный цвет. Резина у нас тут Континенталь 235-60 на 18 дисках. Ох, как тут все прекрасно. Кирпичный салон. Вот видите. Электроручник. Подогрев сидений, руля, камеры. Сколько здесь места. Цвет богато смотрится. Светло-коричневый. Kia Carnival. Все в наличии. Только приходите, покупайте. Какого цвета тут потолок? Светло-серый. Вот тут сумок нагрузить и куда-нибудь на отдых. Идемте далее. Что это у нас за красавчик в красном дерзком цвете? Kia Stinger. Так, Kia Stinger. Двухлитровый бензиновый восьмиступенчатый автомат, 300 лошадей. А нет, максимальная скорость 300. Лошадей 247. Стоимость допами 19 миллионов 790 тысяч тенге. Ох, какой красавчик. Kia Stinger. Вообще огонь. Что у нас тут за резина? Резина у нас Continental 225-45 на 18. Да, ребят. Stinger. Сзади у нас тут все регулировки. Для задних пассажиров. Ой, как тут планшет. Также подогрев руля, электроручник. Комплектация здесь Style. Подойдем к следующему автомобилю. Ну, это реально для серьезных людей. Kia K9. Kia K9, комплектация премиум, стоимость 37 миллионов 290 тысяч. Объем 3,3, 249 лошадей.
этот автомобиль для серьезных дядек. Я его в прошлых видео показывал. Кожаный салон, шайбы. Давайте откроем. Посмотрите, как тут все богато смотрится. Реальный конкурент. Какие тут сиденья кожаные. Ну тут у нас что? Также электроручник, камеры, шайба. И все. Что мне вам тут рассказывать для задних пассажиров? Какую же резину сюда поставили? Резина здесь Кумхо. 245/50/18. Кека 9. Подойдем к малышке. Kia Picanto. Kia Picanto в комплектации X-Line. Литровая, 67 лошадей. Стоимость у нее 8 490 000 тенге. В черном цвете. Довольно-таки симпатичная малышка, которая живет в больших городах, очень удобно. Видите, что все видели. X-Line. Так. 195/45/16 резина. На автомате, четырехступка, по-моему. Вот планшет. Ну, место, если ребята худенькие, то трое сзади поместится точно. Так, очень популярный автомобиль Kia K5 в комплектации премиум плюс. С допами, стоимость 18 490 000 тенге. В дерзком черном цвете. Я уже сдалека вижу, какого цвета тут салон. Такой кофейно-молочный. Ух. Классная. Копятая. Резина у нас Континенталь, 235/45/18. Такой вот красивый салон. Для задних пассажиров удобство. Подогрев руля, электроручник. А вот здесь, ребята, вот видите, темно-черный. Еще и панорама. Да. Так что, ребята, подписываемся, ставим лайки, задаем вопросы, что вас интересует. В наличии есть все. Не увидел только Kia Sportage, и то не успели, наверное, поставить. Потому что вот еще место пустое. Ребята, подписываемся. До новых встреч.